Пацаны, сегодня бахнуло 20 тысяч подписчиков. Мы такие маленькие, нам так пока очень уютно. Я знаю, что такое вырасти в более большой канал, когда следить за вашими комментариями, отвечать на ваши вопросы становится все труднее и труднее, потому что их очень много. После всего еще нужно вычищать кучу негатива, разных неадекватов, банить их. Сейчас уникальный момент, когда нас немного, когда мы можем спокойно общаться. Я активно отвечаю на ваши вопросы в комментариях, вы это все прекрасно видите. Я постараюсь точно так же делать, наверное, когда мы будем немножко больше, мы все это организуем в какой-то закрытый чат в Телеграме, куда я буду приглашать отдельных подписчиков канала, буду их допускать и будем общаться там. Пока вот так. 20 тысяч это, ну, это вообще для Ютуба на самом деле ничего, но все равно очень приятно. Я заметил, конечно, такую тенденцию, что, в общем, очень тяжело растет Ютуб. Если ты рассказываешь о чем-то нетрендовом, то он практически не растет. Если рассказываешь о гаджетах, начинается сразу пиш. Ну вот буквально было 19 тысяч подписчиков несколько недель подряд. Застой. Стоит только выложить обзор OnePlus 5 сравнение с камерой iPhone 7 Plus, сразу же пух, за день 20. Ну, как-то так. Я прекрасно понимаю, что контент нужен и такой, и такой. Нужен контент и бэкстейджевый, который я делаю прямо вот сейчас, да, видеоблог. И нужен контент, который позволяет привлекать новую аудиторию. Поэтому будем как-то балансировать, как-то будем вот это вот аккуратненько все это дело обходить. А пока, ну, пока так. Сейчас я пойду выпью кофеечечек, позволю себе кофе. Стараюсь мало пить кофе, потому что прям по сосудам лупит неимоверно. Сегодня у меня еще куча съемок. Съемки не только для себя, но и для других каналов. Мне сегодня еще нужно написать несколько статей на сайт Wylsacom. И у меня есть идея записать видос про iPhone 8, список моих хотелок. Что я хочу в этом чертовом iPhone 8, чтобы Apple наконец-то сделала меня. Аж бесит, меня аж типает от этого. Обязательно поделюсь этим мнением. Наверное, запишу его сегодня. Просто кошмар. Может, покажу, что у меня происходит на рабочем столе сейчас в офисе, потому что там полный завал гаджетов. Там поприезжало куча всего. Сейчас распакуем какой-нибудь смартфон. Должен был приехать новый смартфон. Не знаю, какой, коробка. Без понятия, что это за смартфон. В общем, будем смотреть. Очередная посылка. Я спрашиваю, почему анбоксинг на телефон? Да потому что все мои видеоблоги на канале будут на телефон. Смотрите, как интересно, положили. Оп, оп, бутерброд такой. Кто-то уже открывал его, понимаешь? Кто-то его... Может, кто-то очень похож, но очень неплохо. Смотрите, какой симпатичный, симпатюля. Лакированные боковинки, матовый зад, сканер сзади. Ну, неплохо. Что еще? Эч, как вандал. Открываю, понимаешь? Силиконовый чехуёльчик. Это очень важно. Зачем? Непонятно. И комплект. Слушай, вандал, он в Африке вандал. Булочок. Боже, квест какой-то просто. О, хоть наушники есть, и то радует. Аналог Apple AirPods, кабелёчечек. Слушай, ну неплохо. Слушайте, а Huawei молодцы прям. Прям молодцы. Очень похоже на iPhone 7 по габаритам. Как раз компакт, который я себе искал. Ну что ж, придется затестить. Смотрите, как симметрично все расположено. Кстати, еще одно небольшое объявление. Все вы знаете, что любой человек, который создает что-либо на YouTube, имеет свои социальные сети. Так сложилось по привычке, что многие люди отдают предпочтение. Там ВКонтакте создают группу, отдают на Facebook какие-то публикации. У меня все иначе. Этот YouTube-канал я начал вести, и я для себя определился, какие социальные сети будут отображением того, что я делаю на YouTube. И так это будут три социальные сети.
Одна из них даже не социальная сеть. Во-первых, это, конечно же, Twitter. Можете подписаться на него, только аккуратней. До этого момента я вел себя там очень непристойно, очень много хейтил, очень много подрывал пуканов у людей. Делал это, конечно же, осознанно, чтобы было просто весело, подливал масло в огонь. И большинство того, что я там писал, не имеет ничего общего с действительностью. Ну, с точки зрения подливания масла в огонь. Все прекрасно меня знают в Твиттере как Xiaomi ненавистника, но это абсолютно неправда. Я люблю смартфоны Xiaomi, но я не люблю фанатов Xiaomi, как и в принципе не люблю фанатов чего-либо. И поэтому частенько там шучу в своем видео, не в видеоблоге, а в своем Твиттере. Но я думаю, что сейчас я остепенюсь и буду вести себя как обычный нормальный человек. Наверное. Не обещаю. Вторая социальная сеть, в которой я постоянно активничаю, это Инстаграм. Социальная сеть нового поколения. Хотите вы этого или нет? Там я, скорее всего, больше публикую фотографии, сделанные на смартфон, но также публикую разные истории. В Инстаграме также общаюсь с подписчиками, и там очень весело. И третий ресурс, куда я вкладываю какую-то информацию, это мой Телеграм-канал, который называется Лучков Channel. На него вы тоже подпишитесь, нас там почти 700, почти 800 человек, и какие-то эксклюзивные вещи, которые редко выходят в свои мысли, я публикую там. Мне нравится Телеграм-канал тем, что там нельзя комментировать. То есть это просто вот такой взаимообмен информацией. Я вам даю информацию, вы ее потребляете. И там нету большого количества комментариев, которые нужно модерировать. Ведь это можно сделать и на Ютубе, и в том же Твиттере. Поэтому Телеграм-канал, мне кажется, это очень перспективная штука, чтобы быстро доносить какую-то информацию до своих подписчиков, для людей, с которыми ты хочешь как-то общаться. То есть три ресурса. Твиттер, Телеграм, Инстаграм. Мне кажется, что ВКонтакт и Фейсбук в какой-то мере для меня лично утратили свою актуальность. Это старого поколения социальные сети. И я просто принял вот такое волевое решение. Я отказываюсь от Фейсбука и от ВКонтакта. Многие скажут, что, конечно, ты отказываешься от ВКонтакта, ведь он в Украине не работает. Ха-ха-ха-ха-ха. На самом деле, даже в нашем офисе ВКонтакт прекрасно у всех открывается. Все сервисы Mail.ru прекрасно работают, потому что в нашем офисе VPN стоит на уровне роутера, я даже не замечаю, что там что-то заблокировали, я просто захожу куда хочу, и все нормально работает. Просто я принял такое решение. Концепция контакта, концепция Фейсбука мне немножко надоела. Мне нравится более быстрый контент, мне нравится более быстрая информация. Таковой информацией является Twitter, уютный Telegram и красивый Instagram.